И следующий, третий ролик про Платона и Никиту. Да, кстати, Платон не знает о том, что снимает скрытая камера. Потому что то, что я написал в ВКонтакте, он не прочитал. Может быть, он прочитал. Так, слон же 4, хитрый. Сюда. Ну, если бы ты надел сыграл раньше, он слон же 4 наколол бы меня. И получил бы лишнее качество. Да, которое он ненавидит, я так понимаю. Так что... Да. Ой. Так, 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 так. Вот это неприятно. Ладья F1. Сюда. А, там отыгрывается, типа. Я знаю, сюда. Ой, все зевнул. Блин, нет. Наверное, нет. Сюда. Да. Красиво. Да, согласен. Случайно получилось, тем не менее. Ну, ладья H5 надо еще пойти. Для полного счастья. Король B1. Взял. Опять лишний слон. Ого. А все, уже мат. Я вижу. Сдался Платоша. Счет? 9-2. 9-2, да. Нормально. По-моему, Платон не принимает. По-моему, ему надоело. Угу. Ну, мне, впрочем, тоже. Да, ну на эту ночь всем спасибо за внимание. Да, всем спасибо, было интересно. Иногда мы будем проводить такие матчи.